Добрый вечер, дорогие друзья и подписчики канала, меня зовут Гера. У нас сегодня будет очередная серия игры RimWorld. Будем продолжать мы строить нашу волшебную колонию, которую мы никак не построим. Вот, тут между сериями я заказал расширение наших помещений, потому что уж больно какие-то они мелкие, если честно. Вот, какая-то стена, кстати, надо ее разобрать. Кстати, вот то, что здесь стена, это плохо. Тут бывает так, что внутри скал вмурованы какие-то помещения древние, и в них бывает, такое бывает, содержатся какие-то, ну, как бы, древние существа, которые живут в них. Они не очень дружелюбные, и поэтому не очень хорошо с ними встречаться, в принципе, даже на поздних стадиях игры, когда у вас есть куча оружия, там, крутое оружие. А уж на ранних так и подавно лучше с ними не сталкиваться. Вот, но, тем не менее, надо как-то к ним забуриваться потихонечку. Ох, сейчас разберут стены, оттуда вылезут какие-нибудь злые механоиды, и будем мы тут это, огребать прямо в столовой. Вот, видите, открытая область. А тут в этой области она могла быть запросто побольше, такого какого-нибудь размера, и в ней могли оказаться какие-нибудь древние там криокапсулы, в которых фиг пойми что. То есть, криокапсулы, ее можно вскрыть, и там может быть какое-то оборудование полезное, либо труп какого-нибудь космонавта, а может запросто быть какой-нибудь механоид, который там жил, какое-то время был заморожен, и все. И вы дальше будете с ним разбираться. Но они парни крутые, кстати говоря, бывает у них там много интересного. Так, что у нас? У нас вроде все, все готовят, все предели. Нам надо бы пару уборщиков назначить, потому что что-то как-то это какой-то... Как бы это выразить, это помягче. Бардак, короче, на базе у нас. Давайте посмотрим по расписанию, кто у нас может быть уборщиком. Уборщик. Так, кто у нас не при деле? Давайте посмотрим. Ну, я предлагаю Бро, может быть, назначить уборщиком. Да, давайте. Потом снимем у него эту функцию, но тем не менее надо прибраться. Смотрите, какие-то кровища здесь, кровати тут полуразобранные, тут, кстати, тоже надо додолбить стены. Вот, что еще? Паркетом застелить. Опять же, если это у нас будет лечебница, ну, в смысле, лазарет наш, то неплохо было бы здесь чистоту поддерживать. В общем, вот так вот. Ну, у нас еще людей, конечно, мало, но что вы хотите, у нас всего-то тут 6 человек. Конечно, маловато. Хотелось бы побольше. Так они что-то, знаете, всем сразу занимаются. Один за всех. И чтец, и жнец, и на дуде, и грец, и, в общем, все сразу. Так, хорошо. Ну, вроде бы... Неплохо было бы нам, если сейчас нам игра подкинет какого-нибудь там... О, бро пошел чистить комнаты. Отлично. По-моему, это великолепно. Просто если, допустим, в лазарете куча мусора, вот такого битого там какого-нибудь щебня или лужи крови, то запросто может пойти какая-нибудь инфекция. Ну, это как бы не очень хорошо, сами понимаете. Так, так, так. Так, копировать. А, можно... Копировать настройки склада, допустим, применить его к другому складу. Это прикольно. Что-то я забываю про некоторые функции. Так, и что я еще хотел? У меня идея фикс все создать стену, если честно. Где у меня тут строение? Ну, у меня... Вот, мраморные блоки, наконец-то. Наконец-то мы начали создавать мраморные блоки. И давайте, в конце концов, построим какое-то подобие стены. Что-нибудь типа... Вот. Такого, может быть, вот так вот. Нет, стоп. Мраморная стена. Так, двери мы сделаем. Какие мы сделаем? Мы сделаем металлические двери. Стальные, то бишь. Где-нибудь, наверное, вот здесь. Поближе к нашей турельке. И что еще нам нужно будет? Нам нужно будет сюда тоже пару турелек поставить. Ну, я думаю, уже за стенами. И нам нужно будет еще здесь
что-нибудь типа вот такого сделать. Тоже, соответственно, дверку поставить где-нибудь вот здесь. Одну, я думаю, хватит. Вот, пошли блоки, вход. Это уже хорошо. Мы обзаводимся более-менее какими-то оборонительными укреплениями, а не просто так какой-то ерундой занимаемся. Можно, кстати, сделать ловушки, там капканы всякие. Это тоже, в принципе, штука полезная. Я, кстати, предлагаю еще одну турельку вот здесь поставить. Вот прям замечательно, по-моему, она встала. Отличненько. И еще парочку, наверное, вот здесь. Вот здесь на углу. Вот здесь. Здесь тоже на углу. И на всякий случай одну здесь. Вот, соответственно, ко всему этому безобразию надо подвести ток. Кабель мы проложим сразу в стене. Ну, чтобы просто... это более-менее эстетично как-то выглядело. Так, у меня есть подозрение, что у меня сейчас может сталь закончиться. Да нет, вроде нормально у нас пока стали. Может быть, они, кстати, во время раскопок тут тоже обнаружат чего-нибудь. Гектор у нас занимается изготовлением блоков каменных. Что он еще может? Просто может каменные блоки. Так, сильный шторм. Большое количество молний бьют вблизи вашего поселения. Это может привести к массовым пожарам. Это плохо. Это очень плохо. Массовые пожары пока начались где-то далеко. Благо, дело не у нас. Кстати, знаете, что надо еще сделать? Короче, шторм закончился, это тоже хорошо. Нужно будет нашу свалку расширить тоже. И как-то вот здесь все-таки подумать. Либо здесь сделать выход к краю карты. Но прежде чем здесь сделать выход, надо будет сюда турельку поставить. Наверное, как-то вот так вот, что ли. Ну, короче... если сюда сунуться, чтобы было не очень им сладко. Просто если я поставлю здесь дверь, ее могут выломать. И это, как бы, понимаете, проход прямой в тыл нашей базы. Это вообще не классно. Поэтому лучше здесь в узком проходе что-нибудь такое поставить. Лучше даже две поставить турельки. Знаете что, наверное, нужно ко всему этому делу... но тут-то выключатель есть, мы сможем выключить, если что. Потому что они будут жрать электричество, почем зря. Поэтому давайте мы все-таки сделаем тоже здесь выключатель. Наверное, как-то вот так вот. Ну, чтобы они не работали и не кушали энергию, когда они бездействуют. Знаете, что нужно сделать? Я знаю. Так, где у меня двери-то? Я так делал уже в предыдущем своем прохождении одном. Наверное, вот здесь мы поставим дверь. И, наверное, мы еще вот здесь поставим дверь. И мы сделаем вот так вот, хитро. У нас будут здесь защитные сооружения. Ну, мешки с песком просто. Но мы сюда сможем, если что, бойцов выводить, и они смогут стрелять. Кстати, турельки надо огородить. Вот так вот. Они должны быть защищены, иначе это все теряет смысл. Их просто развалят. Наверное, вот так вот еще сделаем. Вот. Если что, мы сможем выходить сюда. Вот так вот. Главное, на то, чтобы сделать пески с мешком, нужна сталь. Это как бы для меня загадка. Ладно, мы там песок нужен был, ткань. Но, ну ладно, нужна и нужна, что я могу поделать.
Здесь тоже нужно. Вот так вот. И, пожалуйста, выключите. Мин, давай ты выключишь. Почему ты не можешь? Космос? А, у нас должен быть назначен оператор. Ух ты, господи, должен быть отдельный человек с развитыми навыками оператора, чтобы выключать... Выключатели, это, по-моему, как-то немножко тупо. Ну ладно. Ну давайте назначим, господи, всех... У них у всех там не бог весть какой навык оператора. Понемножечко преобразовывается наша база. Как-то по чуть-чуть. Так вот это тоже нафиг снести. Картошка гниет, лежит. Убрали бы вы ее, а? Я понимаю, что еды много, но как бы... Много тоже не бывает. Лучше ее заморозить. Кстати, у вас на кухне белка жрет. И это просто белка, да? Смотрите, что делает. Она ест рационы. Так, где у нас там наш супер-мега-охотник? Бро, давай-ка мы назначим охоту на белку. Космос пришел и героически застрелил белку на кухне. Это просто хроники криминальные. Кстати, блин, надо было гейзер забрать. Ну ладно, хорошо, мы потом его сможем забрать. Тут стену расширим. Просто гейзер — это источник энергии. Как бы такой самый крутой в игре. Ну, почти самый крутой. По-моему, круче него только реактор. Корабельный реактор, в общем. Ну, тоже неплохой. Кстати, что у нас с исследованиями? Так, геотермальная энергия. Это хорошо. Кремацию надо будет изучить тоже. А это у нас что такое? Блоки песчаника. В холодильнике у нас минус 16. Как-то у нас мало, по-моему, стало лечебных трав, да? Вы бы их поубирали тоже. Так, а кто у нас носильщик? Носильщик. Сэмпсон. Давай тебя тоже назначим главным носильщиком у нас. И Гектора. Просто нам нужно переносить это все дело, если честно. Так, а что с энергией? Так, почему-то сюда... А, здесь недостроено, поэтому здесь и не запитано, я понял. Хорошо, ладно, сейчас достроят. Что у вас в помещении? Внутри 14 градусов, по-моему, это вполне сносно. 15. Ну, конечно, холодно, если честно. Ну, так вот, если быть до конца честным. 15 градусов, это просто обалдеть, как холодно. Может, мы пока выключим? Не. Давайте мы вам выключим кондиционеры, потому что, по-моему, вы обалдеете там, если честно. Просто 15 градусов в помещении, это, ну, очень холодно. Даже для лета.
У нас сейчас вообще что, октябрь? Ну, вообще осень. Дальше будет холодать. Жаль, что кондиционеры нельзя как-то переключить. То есть их можно построить так, чтобы они выдували горячий воздух на улицу и закачивали в помещение холодное, но их нельзя переключить. То есть нужно строить отдельный кондюк, который будет обогревать все это дело. Оптовый торговец, отлично. Мне он пока не нужен, мне его продавать нечего просто тупо. Они берут серебром, там в основном золотом, но у меня как бы ни того, ни другого особо нет. Деревья вообще жесть. Может, срубим их? Так, достроили стену. Ну, почти. Ага, кусочек остался. Ну, здесь достроили, хорошо. Так, а почему у нас... А, вот здесь еще кусочек кабеля не проложен, поэтому у нас и не запитаны турельки. Так, рацион у нас готовится теперь более разнообразный. У нас теперь готовятся вкусные блюда, не абы что. И давайте, может быть, попробуем шикарное блюдо. Дадим задание приготовить шикарное блюдо. Допустим, тоже бесконечно, в общем-то. Пусть будет шикарное блюдо. Из трех ингредиентов состоит. Нужно мясо и два каких-нибудь овощных ингредиентов. В принципе, у нас это и есть все. Хлопок у нас растет. Интересно, одежда у нас шьется какая-нибудь? Нет, не шьется у нас одежда, потому что мы... Давайте хоть куртки, что ли, сделаем. Ну так, штук 10 продавать будем там, в конце концов. Tribal wear. Это что-то вроде тряпья. Tiki pants, t-shirts. Cowboy Hat, Duster. Не помню, что такое Duster, но тоже сделаем 10 штук, пусть будет. Типа плаща, наверное, это что-то вроде. Парка, вообще не помню, что это такое. Ну, Duster это пылевик или как-то... Ну, Duster это пыль или грязь, ну, как-то пылевик. Это, по-моему, плащ такой, если я вот все правильно помню. Сейчас посмотрим. Хорошо, хотя бы перенесли все на склад. Что такое? Грузовые контейнеры упали. А что в них? Плоть человека? Да ну нафиг. Пусть лучше она лежит там. Даже вот пробовать не буду это дело. Ну и, кстати, здесь вполне можно тоже выключить турели, чтобы они не жрали электричество просто так. Так, хорошо. Стену возвели, это уже хорошо. Теперь нам нужно расширить наши помещения, как бы сделать их побольше. Так, бешеное животное, заяц в бешенстве и будет атаковать любого, кого увидит. Ну ладно, заяц так заяц. Мы тогда турельки не будем отключать, они его пристрелят просто, и ладно. Бывает такое, что на животных находит какое-то бешенство там. Ладно, зайца, вот хуже, если это какой-нибудь муфало там. Его, кстати, застрелили только что. Где-то тут валяется. Вот он. Можно его забрать. Какой-нибудь муфало, если сходит с ума. Вот это проблема, да. Так, а что у нас? Почему они животных не приручают? Как бы было бы не дурно там завести того же муфало, от них там молоко, шерсть. Можно получить, когда они умирают, опять же, мясо. Тоже неплохо. Само по себе, если что.
Так, научный стол. Я все порываюсь сделать пристройку к моему научному столу. Что там упало? Что-то непонятное, какая-то кожа. Хорошо. Сделать пристройку. А вот что для этого нужно? А, там золото нужно и пласталь. Да-да-да-да-да-да. Так, ну можно, кстати, шкаф с инструментами разместить рядом с верстаками, но... Как сказать, нужно нам помещение расширить, тогда я смогу это сделать. Саркофаг из стали. Армированное вместилище для захоронения колонистов. Да обалдеть. Так, урожай собирают. Что-то давно к нам никто не приезжал, не сбегал от пиратов там, не падал в этих в капсулах. У нас давно не было пополнения, вот я к чему все. Нам нужны люди. Так, шикарное блюдо никто не хочет готовить. Ладно, бог с ним. Не будем его пока готовить. Готовьте обычные блюда, ну, хорошие. Гости. Грейс Хилл посещают вашу деревню. Ну, деревню, ваше поселение. Хорошо, ну пусть посещают, лишь бы они не кусались. Так, давайте уберем здесь... свалку и назначим заново. Наверное, вот так вот. Отлично. Так, и что у нас здесь не будет? Нет, убрать все. Здесь у нас будет мусор, можно будет хранить. И трупы механоидов. В общем-то, все еще. Больше ничего. Кстати, у нас свалка освободилась. Мы все эти каменные обломки переработали в блоки каменные. Это тоже хорошо. Ну вот они приперлись, наши гости. Не знаю, что они пришли. Они вооружены. С ножами там, гляжу. Все как надо. Пистолетом есть один. Ну, как бы не страшно, если они просто не прут к нам. Что такое? Затмение. Один из спутников, в общем, затмило там солнце, и у нас теперь не работают наши аккумуляторы. Вернее, солнечные батареи. Плохо, но не смертельно. Кстати, я предлагаю вот эту стену тоже разобрать нафиг. Что она как-то здесь ни к селу, ни к городу вообще. И, наверное, все-таки тоже нужно расширить как-то вот это помещение, наверное. Вот так вот. Много копать надо. А для этого нужно... А, у нас пневмокирки исследованы. В общем, нормально, они теперь быстрее копают. Хорошо, копайте. Так, что еще? Одежда шьется. А нет, это не одежда, это каменные блоки. Но тоже полезная вещь, конечно. Такими темпами нам скоро нужно будет склад расширять. Когда они мне расширят мою эту... Как это называется? Все время вылетает слово. Мой лазарет, в общем. Я предлагаю, кстати, установить пока кровати. Вот так вот, через одну. Мы томограф поставим возле каждой кровати, чтобы они быстрее лечились. Сейчас установят эти три, я вот эти уберу. Отлично. Отлично.
Давайте уберем их. Тоже поставим по-человечески, вот так вдоль стены. Это мы назначим медкроватью. Так, а что там нужно для томографа? Для начала нужно паркет, конечно, здесь застелить. Что это за безобразие? Что там такое? Диверсия. Враждебные пираты расположились поблизости. Диверсионно-разведывательная группа противника десантировалась недалеко от ваших укреплений. Они обязательно попытаются подорвать у вас пару важных объектов в ваших интересах, ликвидировать их как можно скорее. Так, хорошо. Включаем наши турели все. И ставим под ружье всех, кроме мин, потому что мин у нас нифига не военная, она не умеет сражаться. Так, хорошо. Они что у нас пытаются сделать? Да, товарищи, они будут долго. Вот, кстати, это то, о чем я говорил. Они сейчас сюда попрутся. Поэтому нам срочно нужно включить... Включи, пожалуйста. Ага, все, включили, все. Под ружье. И, блин, не успели мы построить. Вот интересно, если мы сейчас закажем. Конечно, здесь нужно было бы построить еще пару защитных всяких укреплений. Давайте, знаете, что сделаем? Тех, кто у нас с ружьями, мы отправим на защиту, а те, кто у нас с холодным оружием, пусть они пока попытаются построить. Может быть, успеют. Я говорил, они сюда прутся, видите, что происходит. Давайте защищаться. Да, они сейчас просто проломят стену, и все, на этом все закончится. Нам нужно будет их отстреливать. Так, сделаем скорость нормальной. Так, Сэмпсон. Это, конечно, хорошо, и стомп, что вы там прете. Так, убираем, убираем всех. Кто там ранен? Бро ранен. Я знаю, что бро ранен. Ну, вернее, не то, что я знаю, это не очень хорошо. Ах ты, космос ранен и, может быть, убит. Ну-ка, в ближний бой. Они кидают гранаты. Кто у нас еще остался? Сэмпсон. Она уже в бою. Стомп, стомп. Быстро, быстро, быстро сюда. Слушайте, нас могут сейчас убить. Стрелять. Мин у нас вообще не умеет сражаться. Так, что такое? Блин, они сейчас у нас всех перестреляют. Они у нас похитили одного. Они Гектора похитили. Смотрите, уносят. Мин, быстренько сюда. Спасти. Мы хоть одного спасем. Они же сейчас всех унесут. Давай, ближний бой, вступай, вступай, не дай унести. Унести, это твой друг, блин, товарищ. У нас космос умер, жесть-то какая. Ну-ка, ближний бой, тоже вступай. Нет, ты спасай. Давайте, мы сможем, сможем. Ага, и вот этого захвати. Не хватает кровати для заключенных. У нас вот кровати для заключенных. Быстро уносим его отсюда. В смысле, захватим. У нас умер космос. О, слушайте, кого мне отправить? Они же унесут его. Они унесут Гектора. Блин. Кого, кого, кого? Мин у нас не умеет сражаться. Эти двое уже при деле. Космос мертв. Блин, у нас все ранены.
Какая жесть вообще. У нас 2 человека умерло. Нам нужно строить здесь лучшее укрепление, либо нахрен тут забаррикадировать все. Унесли, ну все, мы уже не догоним их. Блин, печаль вообще. Да, жалко космоса, жалко Гектора. Унесли его, сейчас перевербуют и все, мы его не увидим. Этого, конечно, нужно будет откачать, спасти и по возможности тоже к нам завербовать. Давай, бро, неси. Ты сможешь. Здесь, конечно, строим стену. Так вот все, нахрен замуровываем. Нихер тут ходить вообще. Так, бро, можешь идти тоже по своим делам. Ну, лечиться, конечно же. А, Сэмсон может ходить. Затмение завершено. Так, нам этого нужно лечить. Господина, давайте выдадим ему хорошее лечение. И кто у нас там вообще врач-то? Вообще, какая жесть. Только что жаловался, что у меня тут людей мало, и вот у меня уже 2 нету. Все потому, что вот, блин, ну надо было раньше, конечно, делать эти укрепления, я знаю. Сам виноват, конечно. Сэмсон нуждается в лечении. Иди лечись, что ты ходишь? Так, а кто у нас? Сэмсон, Мин. Мин, ты у нас умеешь лечить? Расскажи мне, пожалуйста. Мин не умеет лечить. Тебе придется научиться лечить. У тебя, в общем-то, выбора нет. Поэтому забей на строительство и иди лечи своих товарищей, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Инфекция у бро. Правая рука заражена. Мы запросто можем всех потерять вообще. Что такое? Смертельная болезнь у Хейхаус. Ну, как сказать? У Сэмсон инфекция. Инфекция у Хаус Хай. Ну, короче, вот у этого чувака. Ну, это плохо, конечно, но он сейчас не приоритетная моя задача. Если его спасут, то его спасут. Если нет, то ну что делать? Не будем мы сильно расстраиваться по этому поводу. Раздеть, конечно. Бро тоже нужно раздеть. Вернее, космоса раздеть. Да и похоронить. Бро, у нас... Что у тебя со здоровьем? Ну, вроде бы... Поверхностное заражение тоже. Блин. Инфекция у бро. Ну, отлично вообще просто. Этот умер. Да, вот такой вот тихий день, да, вроде как все начиналось. Да, начиналось все нормально. В итоге потеряли, правда, 2. Ужасное настроение у Сэмпсона. Да еще бы. Тебя хоть лечат? Ну да, вылечили. Такая серия невеселая. Да, здесь тоже, конечно, нужно построить все. Инфекции, малярия вообще у бро. Ну, отлично. Нужно лечение. Бро, ну, иди лечись. Хватит на кухне торчать, если честно. Правильно, отправляйся в палату. Знаете, что нужно сделать? Нужно
Все-таки построить томографы, они нужны. Сталь там, конечно, требуется, ну да фиг с ней. А, там нужна еще энергия же, по-любому. Энергия, энергия. Как бы так сделать-то поудачнее? Давайте, наверное, вот так сделаем. Да, вроде все начиналось-то неплохо. Можно вот так все взять и потерять. Главное, чтобы вылечили всех. Чтобы не было мне тут никаких ампутаций и так далее. Легкая малярия не вылечена, конечно же. Ужасное настроение у Сэмпсон и у Мин. Жаль, жаль, конечно. Так, Мич Эверсон бежит и зовет на помощь. Он говорит, что его преследуют аборигены из поселения Комбо-Риго. Он умоляет о помощи, взамен предлагает присоединиться к поселению. Его биологический возраст 26. Если вы согласитесь принять его, вам необходимо помнить, что его преследуют аборигены. Ну, давайте попробуем. Мич бежит. Мы, конечно же, здесь ни хера не замуровали. Вот, бро у нас лежит с инфекцией. Сэмпсон с инфекцией. Стомп у нас без инфекции. Но он единственный, кто может отбить атаку, если что. Так, а что у тебя с навыками? Расскажи мне, пожалуйста. Стрельба у тебя вообще никакая, да? Жаль. Мич, а что у тебя со стрельбой? У тебя со стрельбой более-менее, поэтому знаешь чего? Бери-ка ты дробовичок в руки. Так, где эти аборигены вонючие? Налет. Я знаю, что налет. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Слушайте, мы можем не отбиться от этого запросто вообще. Нам нужно достроить стену, если честно. Знаешь что? Работай-ка ты над стеной. Я тебя умоляю. Это вот прям жизненно важно. Смертельная болезнь у бро. Ну отлично. Бро у нас заболел смертельной болезнью. Блин, куда ты попёрся? Пожалуйста. Не-не-не, не тормози. Построй стену вот здесь. Вот. Блин, он сейчас его же застрелят. Ну, пожалуйста. Фу, они тупанули и пошли отсюда. Не-не-не, бро, пожалуйста, пожалуйста, не ввязывайся в драку, я тебя очень прошу. Так, Мич, ты тут, мать твою? Иди сюда. Пожалуйста, блин. Я сам стормозил. Они уходят. Спаси его, пожалуйста, спаси его. Нет, нет, нет. Они его унесут. Стреляй в него. Да-да-да-да. Вот, вот. Вступай в ближний бой. Давай, пальни-ка по нему. И спасай, 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 я тебя очень прошу. Слушайте, какая жесть. Да, у нас бро смертельно болен. Глубокое заражение. Спасите пациента, бро. Бро, какого хрена ты не в лазарете? Мич, ты молодец, но ты тоже, пожалуйста, отправляйся в койку. Не-не-не. Вот так вот, да.
Ой. Давайте назначим это медицинскими кроватями. Сэмпсон, я с тобой, надеюсь, с тобой все нормально. Ты там не без сознания валяешься? Похоже, что без сознания. Она сражена. Великолепно. Бро у нас сражен. У меня такое ощущение, что у меня сейчас поселение выберет. Бро умер. Отлично. Сэмпсон не может ходить. Кто-нибудь может ходить? Отдыхает. Спаси, пожалуйста, ее. Нужно лечение. Я знаю, что Митчу нужно лечение, но мне нужно спасти моих поселенцев, потому что они сейчас все сдохнут. И его, пожалуйста, спаси. Потом ты сможешь лечь, и ты сможешь отоспаться. О, у меня трое поселенцев, а они сейчас умрут. Отлично. Кто умер? Сэмпсон умер. У нас остался Мин, Стомп и Мич. Мин, пожалуйста, лечи. Кто ты? Да, ты умерла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохое настроение. Да я знаю, у меня тоже плохое настроение. Стомп. Нужно лечение. Стомп может ходить уже хорошо. Да, я знаю, что у них у всех ужасное настроение. Их осталось всего-то трое. Их нужно... Господи. Нужно всех раздеть. Нужно всех похоронить. Нужно достроить вот эту фигню, чтобы мы тут в конце концов могли обороняться. Здесь нужно еще несколько турелей. Как минимум. Вот так вот. Ой, плохая серия. Вы засекли спасательную капсулу. Кстати, почему мы до сих пор не спасли никого? Кто у нас? Мич, пожалуйста, спаси. У нас тут еще один поселенец. Давай его захватим. Да, у нас же нет. Вот это у нас будет тюрьма. Захвати его. У нас хоть один, но прибавится поселенец. Хоть что-то. А то вы втроем тут вообще загнетесь, если честно. Стомп, какого хрена ты на ногах? Расскажи мне. Иди спать. Отдых и лечение. Ой, ладно, друзья, давайте, наверное, на этом на сегодня закончим. Какая-то прям грустная серия. У нас куча смертей, у нас... Трое умерло. Еще мы потеряли целую тучу народу. Вот. Да какой трое? У нас четверо умерло. Одного унесли просто еще. Космос, Сэмпсон, Бро, Гектор. Вот, поэтому... Ну вот так вот. Ладно, как бы то ни было, закончим на этой пессимистической ноте. Меня зовут Гера. Я не знаю, зачем я это сказал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, и до новых встреч, пока!